исполнение песен на родном крае, танцы, стихи и народные костюмы. В смене прошел творческий конкурс для участников фестиваля туристов-краеведов-искателей. Мальчишки и девчонки лагеря «Артсмены» приготовили творческие постановки, в которых рассказали об обычаях и обрядах в их родных краях. Задача сменовцев – погрузить зрителей в атмосферу своего региона. Мы хотели отразить в своем номере веселье молодежь того времени. Наш обряд рассказали нам наши предки, и поэтому мы хотели показать так, как отдыхали они, как проводили свое свободное время. Мальчишки и девчонки из Кемеровской области рассказали о народном празднике восточных славян Иван Купала. Этот праздник посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Сменовцы смогли показать свои актерские способности и познакомиться с культурой и обычаями других народов. Публика активно поддерживала юных артистов. Ребята из Оренбургской области рассказали о том, как их предки проводили свой досуг. А дети из города Мытищи приготовили песни, танцы и сами сделали большой самовар. Рассказали о чайных традициях. Чаепитие в Мытищах – добрая традиция. Каждый житель и гость, и участник вышел погулять, для себя показать. Картина знаменитая «Чаепитие в Мытищах», и поэтому мы решили сделать именно про чаепитие. Наши обычаи, мы рассказывали про Петровскую ночку, и в этот день молодежь собиралась на горе за своим селом, и они все вместе встречали рассвет, пели песни, танцевали, хороводы водили, в общем, отдыхали, находили себе пару. Мы знакомимся с другими культурами, мы делимся тем, что у нас в селе, у нас в области, и получаем какой-то опыт.